Капита Indoor Survival. Раньше этот сноуборд был в прогибом Flat Kick. Теперь его делают на кембере, для того, чтобы доска была более мощная и отзывчивая. Так как это универсальный сноуборд, кембер здесь гибридный. Флетовые части возле тейла и носа дают маневренности, а кембер стабильности. Так как здесь комбинированный сердечник с тополем и буком, доска получилась очень отзывчивой. Для того, чтобы улучшить щелчок, в сердечник добавлены титановые стрингеры в районе закладных. Это универсальный сноуборд, на котором вы сможете кататься по трассам, в парке и даже в стрите. Жесткость этого сноуборда 5. Отлично подойдет для новичков, для среднего уровня катания и для профессионалов.